что? Да. Ты узнаешь эти чемоданы? Папа с мамой собираются на Шри-Ланку. Да. Да. Мы опять пришли к рукодельцу, заказали ему оберег для Дерека. Ему рулика, да. Он обещал, сказал, что мы подошли в понедельник, он нам покажет, что он сплел и скажет цену. А, понял, когда? Когда? Еще не закончил. Окей. А так, сколько денег будет стоить? Рупий. Что это два? Один. А ну 600 раз. Big size. Сколько сантиметров? 100. Ну сколько? Это нет, мало. Это мало. Я показывала же. 80. 80. А ему рулику сколько? Ну рулику у него 7, там 70. Да, 7 на 10 сантиметров. Ну 80. Напиши на бумажке ему. Напиши, он не поймет. Короче, проспал он. Проспал и ничего не сделал, и нам показывает, что мы пришли еще 20 числа. 80. Сантиметров напиши. СМР. Вторая. Один сантиметр. Сколько? Один. Сколько стоит? 600. 600? 151, грубо говоря. 3-4 доллара. 4 доллара один. Окей. Ну, 20-го мы придем, не забудь. 2,80. 2,80. Тут, да. Вечером. Смотри. Ширина. Он показывает ширина как-то. Я уже ему показывала. Сантиметр один. Один сантиметр. Где-то один сантиметр, наверное. Где сантиметр? Вот, вот такой ширины. Вот. Вот, вот такой ширины. Вот, вот. Вот эта ширина. Вот. Вот, я. Да, вот это, да, да, да. Окей. Окей. Вечером, не? Вечером 20-го, окей. Третий раз приходим сегодня. Вот какая красота. К нашему мастеру. А где он? О, hello! Hello! Забыл. Сделал, нет? Not finished. Problem. Problem. Not finished. No? No? Not finished. It's made. It's made, but not finished. Only this. Oh no. А когда будет? No, not, not finish. Не будет, да? No, будет. Yes, after? When you leave it? It's made. Ну, а когда? Мы уезжаем скоро. Мы ту-ту. Very slowly, big problem, more time. А когда? Two dates, Moina. Что, с когда? Да. Покажи, когда. Что-то у нас он уже... Разводит. Разводит. There is. This, maybe this. 24-го? А ты нам уже третий раз показываешь. Ну хорошо, 24-го. Тайм, когда? Тайм. 24-го когда? Вечером, 5 o'clock. Вечером? 5 o'clock, хорошо. Точно или точно? Один, но два, один. Но ту, ту, но тайм. Ну найдем где-то в другом месте. Sorry.
тем, что нас немножко обманул возле нашего отеля оберегодеватель. Мы решили купить по дороге, может, где-то встретим. Ну вот, встретили. Сейчас возьмем для Дерека и... и Нелли. Песика. Ты не спросила даже, сколько стоит? Ну сколько он стоит? Сколько это? Руки. 100, 200, 300. 300? Да, нет. 100, 300. Ни хрена, это много. Дорого. 200 видит. Что? 200 видит. Две с половиной. 250? Да. Нет, это 200. Дорого. 200 еще нормально. Окей. Да, я больше не дам. Просто. Русский? Русский. Да, я не русские рубли. Нету. Рупии. Нет. Нет. Не отрезал? Отрезал. Зачем ты разрезал? Надо длинный. Окей, окей. О, мне не надо твоего рукава. Брат, дай русские рубли. Брат, русские рубли. Украина. Украина. Дай мне. Украина. Дай мне 100 рупий. Дай 100 рупий. Ну... раз. Да. Еще такая же. Да. А что-то связано там чи что? Не знаю. А ну ты там наши бутеры куда же? О, белли бедеба. Да, попрошайки еще те они. Раз, на, подержи, пожалуйста. Ой. О, Сейчас. Папка не нужен, да? Папка нужен. Но чемодан и заграничный запах Дера. Ах ты шлёпан. Ах ты. Кабуська. Кабусяня. Так, а что там в чемоданах? А ну понюхай. Чем пахнет? Малыш, привет. Верунька, смотри, малыш, смотри. Смотри, это мы тебе привезли со Шри-Ланки. Оберег? Да. Тихо, спокойно, нет. Нет, это не грызть, это на шею солнце. Это солнце на шее. Мы привезли тебе оберег, освященный буддистами, для того, чтобы тебя защищал. Яркий. Ну, хотели тебе широкий, красивый, но не удалось, потому что нас подло обманули. Привезем в следующий раз. Привезем специально, этим займемся. Да, на его могучей шее этот оберег теряется, да. Хотели мы такой широкий заказать, но подвели. Сидите. Подвели поставщика. Тихонько, Дерек. Сядь. Покажи свой оберег. Теряется. Ну все, будешь ходить с бабочкой. Бантик. С бантиком. Да, ты доволен, что у тебя теперь есть буддийский шри-ланковский оберег? Да, мой хороший. Ты доволен?